Алтайская зимовка. Мы уже на ГЛК «Вальман». Здесь проходят соревнования в дисциплине «Бигейр». Наблюдаем крутых парней и девчонок, которые на доске совершают нереальные прыжки. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Как ваши дела? У меня прямо сегодня прям замечательно. А что-то темно, вы на Вальмане, что проводим? А мы решили в темноте посоревноваться. Не так страшно делать трюки, когда ты не видишь, куда ты прыгаешь. И косяков не видно. Да, и косяков не видно. Ребята все прям сразу про. Добрый вечер. Не, я устал, я не могу говорить. Вы не болельщик? Нет. Ну, вы катаетесь, да? Да. Вы устали? Да, я устал. А сколько раз вы уже скатились? А, скатился? Да. На раз 15. Ясно. Ну ладно, тогда отдыхайте. Ждете итогов? Ну. Страшно? Да нет. Вообще ни разу не было страшно? Нет. Да я уж привык. Вы бесстрашный? Да нет. Да нет. Ваше любимое слово «да нет». Почему? Нормально. Еще такое есть. У меня возникла мысль принять участие в дисциплине «Бигейр» и прокатиться. Я не взяла с собой сноуборд, поэтому... Я нашла Пашу, у которого есть сноуборд, и который меня сейчас научит кататься, и я стану суперпрофессиональным в бигейре. На носках, на носках, на носках, не на пяточках. Ну вот я в бигейре лучшая. Да. Скатилась, даже нет никаких конкурентов. Это сегодня моя шапка помогает. Прилагаю неимоверные усилия, поднимаюсь в гору, чувствую себя участницей экспедиции на Пикшенги на высшую точку Алтайского края. Но я вижу точку, я иду к ней. Друзья, увидимся скоро. Не, нормально, нормально, идем. Идем.